Всем здравствуйте, друзья, с вами я, Конор21, и это второй выпуск про СССР в Майнкрафте. Да, друзья, сегодня вот Стефаэру были сегодня ночью, в общем. Кстати, знаете, в чем есть прикол название Стефаэру? Весь прикол в том, что название Стефаэру сразу сочетается с другими названиями, типа Севастополь, Симферополь, Ставрополь, то есть окончается на пуль, но еще и Константинополь. Хотя Константинополь — это тот же Стамбул, который в Турции. Ну ладно, сейчас речь не об этом, и одновременно это у нас гастроном. Гастроном — это те же, что и продуктовые магазины, только вот там самое важное спрашивается. А как же бытовая химия? Нет, человек может быть хотя бы грязным, а вот голодным не... Из голодных не останется. Вот, как я и говорил, тоже в стиле того же Припяти, тем более два входа. Но главный вход, естественно, тот, который написан, там есть таблички. То есть у нас продукты, время работы по будням с 9 утра до 9 вечера, по выходным с 9 утра до 6 вечера. Ну, тут вообще ничего особенного, здесь вот касса такая вот и паучки с товарами. Даже вот такой вот проход для продавца. Вот. Ну, нормально будет. Такой, ну, такой обычный советский гастроном, так сказать. Такой гастроном. А дальше, друзья, у нас такое вот маленькое обновление. У нас такой вот двухэтажка у нас такая вот. Ну, такая вот получилась, блин. 16 человек вмещает, типа, потому что там двухъярусные двойные кровати установлены. Ну, снаружи выглядит как коробочка, типа, бля. То есть вокруг квадрат из дубовых досок, у нас здесь дальше каменные кирпичи. Вот из этих и построят дом. Но интерьер тот же самый же. Нет с этим. Да, как в обычных живых домах в СССР, так вот оформление у нас такое вот. Вот так вот немножко попался. Ну, а та дырка — это не беда. Ладно, давайте посетим квартиру. Да, она получилась намного больше, чем... Квартира получилась намного больше, чем те же, что были... В 48-м выпуске про город Яконск в Майнкрафте. Там чуть-чуть поменьше, естественно. Так, вот такая кухня выглядит. У нас вот типа телевизор. И вы заметили, что вот здесь вот типа железные прутья? Да, здесь находится антенна. Через окно. Ну, кухня такая. Тоже сиротливо выглядит, естественно. Холодильник, печка, телевизор и стол такой. Ну, не густо, но и не пусто. Так, дальше у нас вот такой вот душ. У нас такой, ну, такая ванная с туалетом. Все для минимализма. Вот так вот выглядит. Раковина, естественно. И у них... Ну, унитаз так унитаз. И дальше у нас такая просторная гостиная. Тоже сиротливо, в общем. Но зато здесь такая двухъярусная двойная кровать. Давайте попробуем поспать здесь. Ну. Вот и поспали отлично. Спали на первом ярусе. Тут вот есть вот то есть двойной сундук. И так. Хотя можно было просто как шкаф сделать. А так нормально. Так, вот это та же квартира. Только здесь у нас такой вот другой вариант душа. То есть просто здесь из стеклянных панелей, а здесь просто из блоков стекла. Вот просто из блоков стекла построен. Вот душ на второй,
Второй квартиры. Да и телевизор там программу показывает на, в эту квартиру. У них просто какой-то канал, ну, я думаю, что это коммерческий канал, который дождь 2 там. А здесь первая программа Центрального телевидения СССР. То есть я, как я помню, раньше только первая, вторая программа, московская, образовательная программа, технический канал, который появился в 1971 году, ленинградская программа для жителей Ленинграда и коммерческий канал, который появился в 1989 году, а позже он трансформировался в «Дважды два». Да, мне много чего знаю, в общем. Так, ну здесь вот те же квартиры, так что зацикливаться нет смысла. И здесь у нас как бы ограждение у нас такое вот. Так вот, против его там ограждение. Ну, по сути, вот такая двухэтажка получилась. Ну, по сути, хороший вариант. У нас ничего, ну, больше ничего особенного нету, в общем. Да, друзья, было мало обновлений, но кое-что рассказать было. Была возможность. Кое-что я рассказал здесь, в городе. То есть, СССР Майнкрафт, это только второй выпуск. Ладно, друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите идеи. Не забывайте ставить лайки. Комментарии писать, идеи писать. Ну и в общем, у меня на сегодня все. Всем пока. Кстати, вот надпись СССР, типа, я и надпись СССР на хрущевке, это, в общем, как бы сочетание хорошее.